3.29. Нойс. В прошлый раз я, видимо, 30 секунд целых потратил, чтобы звездочка ушла. Какой лол. Каждый раз удивляюсь. Я так и хотел. Всем привет, ребята! У меня для вас снова нарезочка с моих трансляций Speedrun по GTA. Судя по отзывам, вам это очень нравится. По вашим оценочкам, про пальцем вверх я это определил. Спасибо вам большое. И, кстати, совсем скоро открывается заново проект Rocknet со всеми игровыми аккаунтами, аж с 2012 года. Так что, если ты играл там ранее, просто не упускай данную возможность. Все ссылочки оставлю внизу, а тебе желаю приятного просмотра. What the fuck? Кунг-фу мастер. Это, короче, ну вы не поняли, скорее всего, потому что это исключительно кунг-фу. У нас в школе, ну в деревенской школе, что-то было шоу талантов, знаете, такое любят проводить. Вот, и там нужно было подготовить какой-то, ну, кто хочет участвовать, нужно было приготовить какую-то сценку, да. И в то время я был фанатом GTA. И знаете, как вы заходите в клуб Алехамбру, да, там музыка играет. Там негры какие-то поют. Вот, я хотел, в принципе, то же самое сделать. Я хотел эту песню исполнить. На ломаном английском, типа... Там, да, вот это вот. Там, там. Вот. Ну, просто, я так и не сделал этого, потому что мы с ребятами пришли ко мне домой. Я такой говорю, чуваки, у меня есть вообще клевая идея, давайте сделаем вот так вот. Типа, исполним эту песню из GTA. Типа, клево будет. На сцене, типа. И они, типа, такие, what? Не, давайте что-то другое придумаем. И в итоге мы придумали что-то другое, а я уже не помню. Блять. Я уже не помню, что мы придумали. На днях это сделаешь, наверное. Вот, а к тому времени я уже тебе скину в личку этот файл. О-оу! Ой, блядь, забейте. О, боже мой, ссаная собака. ГГ. Оу, щит! Бам! Вынес! А, я сейчас прям не жалею, блин, гранаты, короче, смотрите. Раз. Блять! Ладно, все окей. Почти! Получилось! Еле-еле! Ви-ви-ви-ви! Чёрт! Фак! 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 Нет, я тебя любил. А, черт. А, фак. А! Сори. У меня ракета летит. Окей. Сори, если я сматерился, это вырвалось случайно. Обратите внимание, что система БПЛА, она убила свои же самолеты. Как вам такое нафиг? Как вам такой трюк, Илон Маск? Да боже мой, как он это делает? Просто невероятно. Просто невероятно. Отвали. Отвали. Мудень. Мудень вонючий толстый козел. Кто там?
сука, секунда, блять, ебаная. Как проходить без брони? В 12 лет песочнице копаться, а чё? В смысле, я в 12 лет песок ел как бы из песочницы. Блин, зря это сказал. Обычно котов выгуливают в песочнице. Такой лол. Сам себя зарохлил. Вот жесть. Так, слушай, для начала ведь мы должны найти монумент. В теории, да? Ну, то есть, чтобы его заполнять. Вот. А мы его не нашли. В этом-то весь и смысл, как бы, этой карты. А что делать с фейерверком? Он похож на Бибу. Посмотри в правый угол, когда ты ее держишь. Так, ну да. Похож на Бибу, кстати, разноцветную. Его, наверное, просто надо запускать и все. Как считаешь? Давай попробуем. Попробуй. Бля! Ау. Умру! Убей его! Ау! Я пытаюсь. Ау, No! Смотри, с маска, ракеты летят!